Картины, которые погружают в волшебные миры. Два художника, Игорь Гугель и Татьяна Кузнецова, представили свои работы в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Совместную выставку живописцы назвали «Артефакты размышлений». На ее торжественном открытии побывали и мы. Сюжеты из мира фэнтези, мифологические образы и необычное видение обычных вещей. Выставочный зал картины и галереи наполнен яркими неординарными работами. С первого взгляда может показаться, что у этих картин один автор, но в одной выставке гармонично вписалось творчество двух успешных художников. Пришло понимание, что если вдруг когда-то будет возможность сделать выставку, то надо приглашать Игоря, что его работы на каком-то уровне, на какой-то волне очень созвучны с моими работами. Они перекликаются, в них много общего, много интересного. И, в общем-то, здесь ощущение такое, что как от его работ к моим натянуты такие струны, и они очень мелодично звучат между собой. То есть такое созвучие, музыка такая звучит здесь от картин. В день открытия выставки музыка звучала в прямом смысле этого слова. Поздравить художников с совместной презентацией пришли лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Для Игоря Гугеля это уже 21-я персональная выставка. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Называть жанр — это дело художественных критиков, но я бы, наверное, назвал его такой романтический сюрреализм. Я использую этот прием сюрреалистический, а в основном я закладываю какую-то мысль в свою работу. И мысли эти, они обычно посвящены, в общем-то, любви, размышлениям, какой-то философии. Отсюда и название выставки. Каждая картина, представленная здесь, заставляет размышлять. В каждой работе загадка автора. Разгадать ее жители и гости Люберец могут до 26 июня. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.